Дубай, которого вы вряд ли видели. Все привыкли к тому, что Дубай — это невероятное лакшери место. И, возможно, за теми картинками даже не задумывались о том, что там есть настоящие трущобы. Если бы мне показали такие кадры заранее, я бы не отличила и подумала, что это вообще какой-нибудь Египет. И вообще, я не особо увидела разницы между Египтом и Дубаем. Эти трущобы находятся в 20 километрах от центра.